За 27 лет оккупации все было разграблено. Не осталось ни дверей, ни окна, ни единой черепицы на крышах в домах азербайджанцев, вынужденных бежать в 1993 году. Как передает канал 13, об этом говорится в публикации старшего советника Amnesty International по кризисным ситуациям Донателлы Равера в Твиттер. Разрушены могилы азербайджанцев, захороненных здесь до армянской оккупации 1993 года на кладбище в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха. Некоторые из них были разрушены сравнительно недавно. По-видимому, армяне, которые покинули этот район на прошлой неделе после 27 лет оккупации территории Азербайджана, написала Равера в Твиттере. Равера также процитировала мать девочки Нигяр, которая была убита накануне своего 15-летия вместе с 13 родственниками и соседями, в том числе несколькими детьми, в результате удара баллистической ракеты, нанесенного вооруженными силами Армении по городу Гянджа 17 октября 2020 года. «Она была моим единственным ребенком. Она была всем, что у меня было», – сказала мне мама Нигяр. Анар и Нурчин и 8 соседей были убиты, пока спали в своих домах в результате очередного удара баллистической ракеты, нанесенного вооруженными силами Армении уже 11 октября. «У Анара и Нурчина двое детей, которые остались сиротами», – сказал мне отец Анара, охваченный горем, – написала Равера.